Назревает революция, ваше высочество. Народ возбужден, и царь не может. Помолчи, замолчи! Слушай, мой монашек, я по-прежнему самая красивая в королевстве. Отвечай! Да, да, ваше высочество. Но тоже есть и юная Тристана, ваше высочество. Люди говорят, что она несомненно самая красивая. И что ее кожа нежнее, чем персика. Ступай! Ступай! Убей ее! Убей ее! И принеси мне ее парадную кожу! Для женщины. Все равно ты проиграла. Ты очень красивая, Тристана. Я тебя очень люблю. Давай поженимся после войны. Война? Революция? Разукин. Да? Послушай, ты ручишь меня поцеловать? Боком. Беги, быстро! А ты как же? Беги, быстро, это за мной не гонятся! Thank you.
Тристана, ты жива? Ты жива или мертва? Я не знаю.